Я все-таки немножечко, у нас понятно, сегодня такой больше творческий вечер, конечно, Евгения Маргулиса, но все-таки мы постараемся его еще развести на разговоры об образовании слегка. Да? Жень, вот почему в этой стране такое большое количество неритмичных музыкантов? Я знаю, что там с воскресеньем у тебя были трения на этот счет. Нет, ты все путаешь. С воскресеньем были трения не на этот счет, а просто мне надоело ездить. И все, не более того. Я просто устал ездить, потому что когда играешь в двух коллективах, и у тебя еще один директор на два, то достаточно сложно уделять себе, красавцу, внимание. А тут мне захотелось все-таки посвятить себя тому, к чему я шел долгие 53 года. Ну, все-таки вопрос был не про воскресенье, очень люблю этот ансамбль, по поводу все-таки неритмичности, ну, Бог его знает. Хотя, вот скажем, если брать западных музыкантов, у них огромное отличие от нас в том, что если они занимаются музыкой, они занимаются музыкой и не тратят время на какую-то ерунду. Вот если, скажем, у нас в голове масса всего, то есть и телевидение, и радио, и написание там каких-то книг и газет, еще какие-то передачи, еще какой-то бизнес, то, естественно, нифига из этого не получается, потому что невозможно посвящать, скажем, одному предмету свое время. А нужно все-таки, если ты музыкант, заниматься музыкой. И от этого как-то не печально. Да. То есть большое количество молодых людей начинают заниматься музыкой, предполагая, что это очень легкий такой путь достижения различных благ и материальных, и психологических, а потом выясняется, что не такой-то легкий. Нет, ну конечно нет. Скажем, я начал играть на гитаре просто из-за зависти в самом начале, потому что я был маленьким носатым, очкастым, ушастым, и на меня, естественно, девицы внимания не обращали, а вот обращали внимание на каких-то моих соседей-хулиганов, которые, помимо, ну, той же красоты, еще владели инструментом. Поэтому мне пришлось научиться, и как бы стало все на свои места. А потом я уже не мог этого бросить. Мой племянник Иван на эту тему высказался так, вот до 8 класса школы заставляли люди, родители ходить в музыкальную школу, он, конечно, очень это неохотно делал, а в 8 классе на школьном вечере его попросили сыграть на пианино, он начал что-то играть и обратил внимание, что все девчонки смотрят на него, он подумал и решил, что-то в этом есть. Не, ну, конечно, первым, что движет музыкант, это любовь. Даже не любовь, а желание любви. Так, я буду периодически орлиным взором озирать аудиторию, интересоваться, не появилось ли у кого-нибудь вопроса. Если не появилось, это ничего страшного, я буду сам дальше спрашивать. Еще один такой провокационный вопрос задам, потом, наверное, песню споем еще. Да? Какое у тебя собственное мнение? Нужно музыканту образование или нет? Конечно, обязательно. Обязательно, потому что невозможно, не знаю, скажем, каких-то основ, что-то придумать. Ну, поэтому у нас и музыка такая достаточно бесовская, скажем, в стране. Я открыл страницу на MySpace, и мне сразу же с дуру там накидала масса народу своих искрометных произведений. Попадается хорошее, но где-то вот процентов на 80, что пришло, 79, конечно, редкостные дряни. И видно, и понятно, откуда там ноги растут, и откуда все это неумение. Вот. Ну, еще чувствуется, опять же, компьютер, чувствуются вот эти все программы компьютерные. Как бы мне не особо интересно этим заниматься. И вот так что учитесь. Хотите играть, учитесь, идите. Вот мне подсказывают, к сожалению, что песню мы не успеем до рекламы исполнить. Поэтому давайте немножко поговорим. Я почему этот вопрос задал? Мы его, в принципе, задаем почти всем, кто к нам на программу вот так вот из монстров приходит. Очень разные ответы, между прочим, говорят. Ну, потому что существует большое количество известнейших людей, которые ноты не знали, там, начиная от Элвиса Пресли, Биджис и так далее, да? Извини, перебью. Тут уже не важно, просто знаешь ты ноты или не знаешь ты ноты. Главное знать, как бы должно быть начальное образование, чтобы не путаться хотя бы в аккордах. То есть Маккартни, которому на сегодняшний день сколько-то 64 года, он говорит, что ноты не знает. Он бог с ним. Он гениальный композитор и гениальный музыкант. И тут не нужно, вот опять же, если ты не аккомпанирующий музыкант, а, скажем, герой своих песен, то тут можно знать ноты, можно не знать ноты. Ну, главное, опять же, как ты сможешь объяснить своим коллегам, что ты хочешь от них услышать.
Но знания нужны. Я знаю ноты, но поди мне играю. В этом случае наверняка выходят на передний план, но есть огромное количество, особенно вот в фолк-коллективах, да, гениальных слухачей, которые тоже там играют вообще супер, ничего даже не знаю, как это называется. Вот тут, наверное, важно другое искусство, это искусство слушать. Вот можно какой-нибудь совет от Евгения Маргулиса, как правильно слушать музыку? Да очень просто. Взять и слушать. Вот и находить что-то новое для себя. И не более того. Нет, ну опять же, слухачи, это тоже все понятно. Вот скажем, я слушаю массу всего, то есть у меня нет каких-то таких определенных любимых стилей. Вот я люблю блюз и слушаю только блюз, нифига. Я слушаю все, что есть, все, что попадается, потому что мне приходится еще писать свои ощущения от музыки. Причем странно, допустим, журнал называется СВ, поездной журнал, но тираж у него самый большой, по-моему, в мире, 700 тысяч экземпляров. Поэтому, естественно, мне приходится слушать много, и мне многое присылают, чтобы я как бы отрецензировал, хотя я не рецензирую музыки. Музыка мне это не особо интересна. Я пишу о своих ощущениях. Вот. И, скажем, если ты берешь какую-то сложную там джазовую музыку, скажем, там Bella Fleck тот же самый, Вутон и другая компания, ты понимаешь, что без нот это сыграть невозможно, потому что как бы в этой кажущейся какофонии все-таки есть какая-то мысль, и мысль записана, и написана, и поэтому им легче играть. Вот. Хотя бы ради этого учите ноты, если будете играть в сумасшедший джаз с Виктором Вутоном и с Беллой Флэком, то вам повезет. Ну, такой еще подвопрос, да, вот понятно, что слушать, конечно, мы все больше любим то, что нравится, да? А да. Если, например, стоит задача так вот снять какой-нибудь соло, пассаж, там, понравившуюся песню как-то разучить, то здесь как правильно подходить? Выбирать, что посложнее? Выбирать, знаешь, что полегче? Ну, на самом деле, наоборот? Просто нужно развивать слух и заниматься, то есть взять несколько уроков сольфеджио, потому что все-таки музыка собирается по каким-то определенным законам. И скажем, вот раньше, когда я вообще нифига не умел, было совершенно замечательно, мне дико все нравилось. А потом, когда начал понимать, что за этим аккордом идет вот этот, я слышу этот аккорд, я знаю, что будет дальше, стало совершенно неинтересно. Стало чуть менее нравится музыка, да? Хорошо. Значит, мы немножечко притормозили с песнями, но после рекламы на телеканале О2ТВ у нас песен будет больше. Не переключайтесь ни в коем случае.